Всем здорово! Сегодня в сети появилась ссылочка на тест объекта 292 в полигоне. Сейчас я вам покажу тест обстрела ботов в ангаре, ну а вы сможете сделать с этого какие-то выводы. Тем, кому хочется его самостоятельно потестить, ссылочку и инструкцию я оставлю в описании под этим видео. Что хотелось бы выделить? Ну конечно же, это пушка и снаряды. На данный момент АБПС калибром 152 мм является самым топовым ломом в нашей игре. Ну а параметры бронепробития вы видите сейчас на экране, и леопарды с их ДМ-53 уже нервно курят в сторонке. Кроме бронепробития, которое, конечно же, сейчас на высоте, я могу отметить урон. Вроде как тоже неплохой, и да, я понимаю, что я стрелял в ангаре по ботам, но примерно за 100 выстрелов у меня было всего лишь 2 осечки, когда я попал в люк мехвода на ПМ-60, и у меня случилось попадание или не пробил. Представьте, из 100 выстрелов всего лишь 2 War Thunder Moments. Окей, что же насчет остальных параметров? Ну, давайте разберем подвижность. Двигатель у нас стандартный ГТД-1000ТФ, как на Т-80Б. Назад танк будет ехать 11 км в час, вперед почти 70. На грунтах вы такую скорость никогда не разгоните, ну а в городе, пожалуйста. В целом танк очень даже подвижный. Перезарядка для этого калибра фиксированная 10 секунд, и прокачка ваших экспертов или асов на это дело влиять не будет, что, конечно же, плюс. Что же насчет бронирования? По сути, это обычная 80-ка, как Т-80Б на 10,3. Сейчас на своих экранах вы видите обстрел в ангаре самых распространенных снарядов ДМ-23, ДМ-43, ДМ-53. Является ли танк неуязвимым? Ну, я бы так не сказал. У нас есть классические слабые места вот советских танков. Это НЛД, которая ловит туда даже ДМ-23, и башня. В башню пробивается в зону рядом с пушкой, там либо ломаются приводы, либо казна, ну или как минимум выбивается один член экипажа. В целом машина интересна, и останется ли рейтинг 10-0 за ней, я не знаю. Будем смотреть, когда машина выйдет на продакшн и какую серверную статистику она соберет. Более подробный исторический обзор я, конечно же, для вас сделаю. Ну а сейчас, если видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр.